Почта России может внедрить блокчейн в свою работу. Как сообщает IT-портал, об этом рассказал генеральный директор организации Николай Подгузов. По его словам, этот вопрос поднимался на форуме глав почтовых служб, и технология блокчейн может быть применена в деятельности почты. Чиновник уточняет, что это нововведение не касается криптовалюты, и добавил, что позиция Почты России по этому поводу совпадает с мнением ЦБ, который пока что не намерен принять криптовалюту на внутреннем российском рынке.